звонка с конфетой. К великому сожалению, у нас повторяется одно и то же из игры в игру. Индивидуальные ошибки приводят к фатальному плачевному результату. Если брать игру, то два удара команды «Авангард» за основное время, два мяча мы получаем в свои ворота. Один потеря в центре поля. Мяч под нашим контролем, потеря, опорная зона не доработала. Первый мяч и второй мяч со стандарта. Ну, стандарт это у нас беда полная с игры в игру. Индивидуальные ошибки. И ошибаются практически вся линия обороны. И потом два такие уже моменты, когда в положенное время побежали отыгрываться. Есть комментарии. Коллеги, вопросы? Старт сезона у вас не удался. С чем это связано? Как объяснить? Я уже объяснял. 19 человек ушло из команды. И собрали перед началом чемпионата новая команда. С этим связано вообще. И игроки пришли, которые, ну я практически каждый раз одно и то же говорю, что это многие игроки пришли, которые на этом уровне не играли. Поэтому не хватает мастерства, естественно, сыгранности. Пока говорит рано все, и те ошибки, которые игроки были выше класса, они не допускали очень много индивидуальных ошибок. С этим связано все. Играть тяжело, готовились к матчу с соперником, играют очень плотно в обороне, не дает пространства, навязывает борьбу, плюс немножко поле после дождей стало более тяжелым, но и качество передач нивелировалось. Много было невынужденных ошибок, хорошо, молодцы все-таки. И направляли атаки свои, искали свободные зоны на фланге, и доставляли два мячи, не всегда агрессивно получалось. Но брат за ланьку подалека, он сегодня с температурой 38 вышел, играл, и большой объем работы, и вот этот подбор с ударом забил. Плюс стандартная ситуация Ирак, прежде всего, что сыграли на ноль в обороне. Да, не без шероховатости, были ошибки, были у соперника эпизоды, остались ворота неприкосновенности. Это хороший знак. Игорь Александрович, после сегодняшнего результата победы, мне кажется, что поспешным было ваше решение, которое объявили официально? Ну, знаете, оно не было поспешным. Анализируя вот этот отрезок чемпионата и найти любую ситуацию можно, ну, я стойкий человек и уверенный в себе, и любую ситуацию можно переменить и сделать лучше. Но вот знаете, вот когда череда вот этих событий, как это называется, обстоятельств, когда пропускаешь на последних секундах, когда идет, ну, когда играешь с соперником, он один удар в створ ворот наносит, и это гол в наши ворота. Ну, реально тяжело, и знаете, что вы все-таки, ну, прежде всего, футбол – это командный вид спорта, и я командный игрок, и тренер, и важный результат футбольный клуб «Авангард» должен быть выше, я считаю. И, ну, чтобы все-таки этот психологический груз ответственности, который давлеет реально над игроками, когда вот такие эпизоды случаются, принял решение покинуть эту должность. Ощущение недосказанности есть? Ну, пока без комментариев. А руководство клуба никак не разговаривало? Нет, мы встречались, разговаривали. Это мое решение целиком. Ну, я просто, как видел, объяснил ситуацию. И очень, ну, поверьте, как бы
обстоятельства очень сильные. И, ну, у нас череда таких игр была. Я понимаю, когда этот эпизод там, в начале чемпионата, там все время готовность есть, какими-то либо другими там, тактическими там, ошибками, техническими ошибками. Но когда вот так не проигрывает соперникам, ну, за исключением там, первого тайма с Енисеем, играя где-то на равных, где-то даже превалируя, и все-таки получать голы, ну, не добиваться результата. Так что, ну, я считаю, что, еще раз повторюсь, важен результат для команды прежде всего. А с результатом придет и уверенность, и успехи, и победы. В будущем же смотрите, хотите взять паузу, отдохнуть или тренер, чтобы мне уже продолжить? Я пока еще работаю. Работаю. На кубковый матч вы будете командовать? Ну, все будет зависеть от того, кто возглавит. А есть кандидатуры? Кандидатуры, ну, рассматривается список, но это вопросы к руководству клуба. Есть такая информация, что это будет тренер с МТК и значит? Ну, знаете, очень сейчас по этому поводу много прессы, много информации, рассматриваются различные кандидаты. Еще говорю, вопросы к руководству клуба. Привет, ЦСКА, как нам садится? Курск. Ну, я очень рад, что все-таки одну из задач выступлений в этом сезоне вести команду уровня премьер-лиги. И я очень рад, что соперник нам достался. Этот клуб, и надеюсь будем играть на победу, и у нас все получится.